Когда Битлз вернулись в Великобританию в 1963 году, их слава была мировой. Однако тремя годами ранее все было совсем иначе. Ровно 60 лет назад никому неизвестная группа из Ливерпуля впервые вышла на сцену клуба «Индра», расположенного в квартале красных фонарей немецкого Гамбурга. Здесь молодые участники группы оттачивали свое мастерство, играя порой по 9 часов подряд. 60-летию образования группы из знаменитого клуба будет организована прямая трансляция, которая обещает уникальную рок-н-ролльную программу. Она включает воссозданный оригинальный бокс-сет «Битлз» августа 60-го года, а также ряд легендарных песен группы в исполнении классических и современных музыкантов. В шоу также примут участие критики, знаменитости и простые люди, которым посчастливилось побывать в Индре 60 лет назад. Прямая трансляция начнется на нескольких онлайн-платформах сегодня в 20 часов по среднеевропейскому времени.